Всем привет! Сегодня я вам покажу свой заказ из компании Oriflame. Здесь у меня есть достаточно большое количество товаров именно из клиентского заказа. Но начнем мы с вами, конечно же, с моего небольшого заказа. Ну и первое, что я хочу вам показать, конечно же, это тоник для лица «Чайное дерево» было с хорошей скидкой. Face Toner. Очень мне нравятся эти средства. Здесь всего 150 миллилитров, и этого средства хватает практически больше, чем на месяц, то есть, ну, практически полтора месяца. Крема, к сожалению, не было, поэтому пришлось взять из этой же линейки, но крем с алоэ вера. Вот так вот он выглядит, достаточно маленький тюбик, но он сделан из пластика. Крем мне тоже очень нравится. Следующее, что также было заказано, это, конечно же, зубная паста OptiFresh System с травяным комплексом. Тоже надолго ее очень хватает, и она была в этом каталоге со скидкой. Следующее, это у нас водичка парфюмированная Miss Giordani. Приходит она в слюде, сейчас я ее открывать не буду. Очень мне нравится этот аромат и рада, что вышла именно в мини-версии. Новинка этого каталога. Это у нас с вами гель для душа запаянный. Я его сейчас вскрывать не буду, но очень приятный цветочный аромат. И, конечно же, комплекс Wellness. Это у нас с вами астаксантин и экстракт черники. Сейчас начался сезон как раз-таки вирусов, когда погода обманчива, и вот я как раз планирую уже начать принимать снова этот комплекс. Кто у кого проблемы вообще в принципе со зрением, то очень вам советую попить этот комплекс, он действительно помогает. Тем более туда входит экстракт черники. Следующее, это у нас набор пилочек. Очень я была удивлена этим набором, потому что, как вы можете видеть, вот мой палец и вот пилочки. То есть они достаточно маленькие. Здесь всего их 3 штучки. Ну, я их сейчас открывать не буду. Они, в принципе, и так видны здесь. Их 3 штучки, но как дорожный вариант, почему бы и нет. Следующее и не менее маловажное, и последнее именно из моего заказа, это, конечно же, очки солнцезащитные. Сейчас мы их с вами откроем. Но подробно фото вы сможете увидеть в Инстаграме. Ссылочку на Инстаграм я оставлю под этим видео. Также есть ссылка именно в профиле моего личного кабинета на YouTube. Вы можете тоже ознакомиться. Итак, очки идут у нас с вами вот в таком вот чехольничке. Брендировано все Oriflame. И вот они, сами очочки. Приятно, что здесь есть чехольчик. Это очень важно для того, чтобы можно было протирать очки. И вот так вот они выглядят, достаточно симпатичные. Ну, фото, собственно, я вам обязательно пришлю чуть попозже. И давайте продолжим по клиентскому заказу. Клиентский заказ был достаточно большой, так же, как и в прошлый раз. И давайте посмотрим. Здесь, конечно же, очень много мыла. Вот это вот такой же, как у меня гель для душа. Я мыло не стала заказывать, так как, в принципе, у меня пока еще есть. Всего таких мыльцев заказали 12 штук, если я не ошибаюсь. Сейчас как раз с вами посчитаем. 13-й должен был быть мой, но я отказался от мыла, так как у меня оно сейчас есть. Так, у нас тут 4, 6... 8, 12, 13 и 14. Значит, все-таки планировалось 15 таких брусочков, но 15 я уже не взяла. Вот такое вот количество мыл. Ну, мыло действительно очень интересное. И я сейчас попробую вам показать, но, честно говоря, не мое, поэтому не очень хочется, конечно, повредить упаковку, потому что мало ли люди покупали именно на подарок. Мыло не идет в слюде, оно идет вот с таким вот красивым рисунком, цветочным орнаментом, пахнет
очень приятно. Я еще именно вот такого запаха в компании Oriflame не встречала именно вот в таких вот лимитированных коллекциях мыльных средств, поэтому запах очень приятный такой, ненавязчивый, легкий, и я думаю, что многим понравится. Следующее, что заказали клиенты, это была туалетная вода Mysterial Wood из Women's Collection. В прошлом каталоге тоже у меня взяли... По-моему, с жасмином там было, и мужская какая-то коллекция. Очень понравилась, наверное, и вот они решили также приобрести. Следующее, что было, это у нас с вами 4 туши. Вот таких вот зелененьких. The One Lash Mascara. Очень хорошая тушь. У меня когда-то она тоже была. Мне она тоже нравится. Следующее, что было также из новинок, это у нас набор украшений Women's Queen Earring Set. Это у нас с вами серьги. Я открывать не буду, так как здесь все упаковано. Но я думаю, что вы видели в каталоге на первых страничках, там есть подробно именно рассмотрены эти украшения, можно посмотреть. Следующее, это средство из коллекции Feminelle с розовой водой. Тоже в прошлом каталоге коллеги у меня тоже брали. Наверное, понравилось им очень. Средство действительно хорошее и экономно используется. Следующее, что также было, это у нас с вами мыло по хорошей цене. Здесь у нас малина-мята, алоэ-вера и олива. И также с кокосовой водой и дыней. На складе не было, по-моему, с авокадо, но ничего страшного, я думаю, что появится. Следующее также, это был вот такой вот гель для душа 2 в 1, коллекция Mini Mouse. К сожалению, гигиенической помады и туалетной водички не было, но не теряю надежду, что все-таки еще появится и все-таки успеем еще заказать. Так как я понимаю, что покупалась именно ребенку девочки, скорее всего, именно как подарок, то есть вот они хотели как раз туалетную водичку взять, гель и, соответственно, гигиеническую помаду. Также пришли блески для губ из коллекции Colorbox Lip Gloss, вот такие вот малютки, тоже 2 штучки. И последнее, нет, предпоследнее, это у нас с вами помады. Помады всего 3, точнее даже это не помады, это именно... гигиеническая помада. Оттенок 1 это фуксия, который у меня уже был, и я вам обещаю его показать именно, когда буду примерять очки, то есть буквально в ближайшее время. У меня еще остался такой блеск, я вам его обязательно покажу на губах. И вот такой вот красненький, очень прикольные тоже цвета. Вот такие вот блески тоже заказали мои коллеги. И последнее, что было в заказе, также заказано, это у нас с вами тени с Shim Violet. Вот так вот они выглядят. Вот такой вот цвет. Конечно, сейчас попробую открыть, если они не запаяны. Да. Ну, я вам только их покажу, потому что тестировать, к сожалению, не могу. Это не мой товар. Вот так вот выглядят сами тенюшки. Ну, приятный такой цвет. Очень даже... универсальный. Ну и что мне еще положили в каталоге, это у нас с вами пробнички антивозрастного тоника и антивозрастного молочка для снятия макияжа из серии Optimals. Ну и давайте мы сейчас с вами посмотрим следующие товары по следующему каталогу, который я планирую оформить. Итак, сейчас мы с вами посмотрим. Главное вытащить телефон и при этом ничего не повредить. Так, сейчас одну секундочку. Мы с вами попробуем обязательно посмотреть. Так, это у нас был телевизор, поэтому не обращайте внимания. Давайте посмотрим следующий каталог. В следующем каталоге действительно очень большое количество будет по хорошим предложениям.
И давайте посмотрим. Первое, что я, возможно, себе закажу. Нет, это я 100% закажу. Это гель для душа «Японские церемонии». Очень мне нравится гель именно с этим ароматом, так же, как и пляжи Майами. К сожалению, уже большое количество времени и не появлялся в распродажах именно этот гель. Не могу понять, возможно, его сняли с производства. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в комментариях, так ли это. Следующее, что меня также заинтересовало в коллекцию летних, осенних вод. У меня заканчивается уже, вот в апреле буду использовать Live in Color. У меня там осталось совсем чуть-чуть. И уже вот планирую попробовать парфюмированную воду Paradise. Мне она очень нравится. Здесь есть красный перец, пряный аромат, жасмин, роза, кедр. Ну, в общем, интересное сочетание. К сожалению, в пробнике, насколько я знаю, ее нет. Не могу заказать, поэтому по ароматизированной страничке исключительно ориентируюсь именно на бумажный вариант. И здесь хорошее будет предложение по дезодорантам. Вот планирую взять себе Happy Dizziak. Следующее, что также меня заинтересовало, это, конечно же, база под макияж, под тени The One. Будет с хорошей скидкой, и я, конечно же, тоже планирую ее заказать. Следующее, что же у нас тут с вами, это, конечно же, из серии Feminel. Вот такой вот гель. Очень тоже по хорошей цене он будет, можно его спокойно заказывать. Следующее, что у нас появляется, это новинки, тальки для тела. У меня есть из предыдущей коллекции Cool Breeze, по-моему, он называется, с эффектом таким охлаждающим. Мне он очень нравится и на лето, весну как раз идеально подойдет. Я отметила 2 талька, но посмотрим, возможно, я возьму один, потому что пока еще у меня один стоит недоиспользованный. И следующее, что же еще у нас здесь с вами есть, это новинка, появляются лаки для ногтей. Я пока себе присмотрела, но я еще не знаю, я не определилась, буду я все-таки заказывать или нет. Оттенки понравились гранат, вино и жемчуг. У меня, в принципе, из предыдущих коллекций, с прошлогодней остались лаки. Там тоже есть такие оттенки, как коралловый, бирюзовый, мятный. То есть, в основном, такие холодные оттенки, которые мне в прошлом году очень нравились. Но в этом году посмотрим, я пока еще не решила, буду заказывать или нет, пока отметила. Ну и, собственно, все. Это все, что я планирую. Еще не факт, конечно, что закажу, но я так пока себе только присмотрела. Ну что же, это был мой небольшой заказ из коллекции, из компании Oriflame. Посмотрите, возможно, вас что-то тоже заинтересует. Ну и, конечно же, старайтесь заказывать в первые дни действия каталогов, пока товары есть на месте, потому что хотелось заказать наборчик также гель для душа плюс, по-моему, там крем для рук или мыло плюс крем для рук, но уже, к сожалению, на складе этого товара не было. И, как вы понимаете, кто-то хотел себе сделать подарок, ну или, может быть, кому-то из своих друзей, близких коллег, и не успел. Ну что же, обязательно оставлю ссылочку на Инстаграм внизу, и там же будет фото в очочках, которые я приобрела в компании Oriflame. Следите за обновлениями. Ну что ж, всем хороших выходных, всем пока-пока!